Друзья, сегодня в мире многие распространяют слухи о Третьей мировой войне. И не без основания. Действительно, Библия четко и ясно пророчествует нам об этом временном отрезке, когда будет или начнется, или случится Третья мировая война, которая произойдет на пороге появления Антихриста и на пороге возвращения нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Когда и как это случится? Какие страны там будут участвовать? Какие шансы того, что Третья мировая война случится при нашей жизни? Сегодня мы внесем немного ясности в этот беспокоящий всех нас вопрос. А также мы поговорим о надежде, чтобы в последнее время мы не были чрезмерно поглощены страхом и не боялись всего, да? Оставайтесь со мной в этом рассуждении над Словом Божьим. Будет интересно. Друзья, всем привет! Мир вам от Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Меня зовут Дима. Вы находитесь, смотрите в данный момент, находитесь на канале библейских пророчеств «Последнее время». Добро пожаловать! Слава Господу за то, что мы вместе можем изучать пока еще библейские пророчества и делать определенные выводы и готовиться к вечности. Давайте для начала я предлагаю нам зачитать небольшой текст. Давайте откроем Евангелие от Матфея, 24 глава, 6-8 стих и прочитаем учение и слова Иисуса Христа. Он говорит так. «Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть». Но это еще не конец. «Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будет голод и эпидемия, и землетрясение по местам». Будет много голода, будет много разных эпидемий, во множественном числе стоит. «И будут землетрясения тоже во множественном числе по местам». И все это что? Начало родовых схваток. У женщины, да, перед родами, когда начинаются боли и муки перед рождением ребенка. В русском языке перевели «начало болезней», но это не совсем верный перевод. В оригинале написано «начало родовых схваток». Друзья, ученики Иисуса однажды спросили его о конце света. Что будет происходить накануне его возвращения? Прочитайте всю главу книги Евангелия от Матфея, 24 главу, и вы в этом сами убедитесь. «И он их успокоил и предостерег, чтобы они не боялись каких-то слухов о войнах, да, не боялись сплетен, не боялись народных возмущений в мире, не боялись стихийных бедствий». Он говорит, не ужасайтесь, не ужасайтесь. То есть Господь Иисус нас, верующих в Него, предупредил заранее, чтобы мы не боялись всего этого. Люди мира сего боятся всего и будут бояться, да? А христиане не призваны изо дня в день жить в страхе и нагнетать страх и жить этим страхом. Христиане призваны жить в любви и заботе нашего Господа. Аминь. Поэтому не удивляйтесь, не ужасайтесь, когда приходят войны. Когда слухи постоянно мы слышим о войнах, или о нагнетении, или о начале военных действий каких-то, или там кто-то что-то начинает пророчествовать, да, тот нападет на это, уничтожит это и так далее. Не удивляйтесь. Разве Иисус не предупредил нас заранее, что все это будет? Предупредил? Так почему мы боимся? Почему мы удивляемся? Разве у нас нет надежды на вечную жизнь? Конечно, есть.
конечно, есть. Не теряйте надежду. Мы должны в терпении проходить предлежащее нам поприще, написано. Со страхом и трепетом должны спасать души свои терпением. Претерпевший до конца что? Спасется. Нам нужно претерпеть. И не просто претерпеть, а претерпеть до конца. То есть на беговой дорожке по стадиону дойти до финиша. И не просто дойти до финиша, а постараться дойти первым. Вот задача твоя и моя, христианин. Да, никто не спорит, мир в конце дней будет в панике. Он будет в страхе от бедствий, который грядет на весь мир. А ты чего беспокоишься? У меня к тебе вопрос. Не уподобляйтесь тем, кто не знает Бога и живет в страхе. Не уподобляйтесь им, друзья. Живите Словом Божьим, учением Иисуса Христа и уповайте на Господа в молитве. Изучайте Слово Божье. Почему мы сегодня задаемся этими вопросами, друзья? Да потому что всем нам очень интересно, насколько близко мы подошли к событиям последнего времени и насколько мы близко подошли ко второму физическому пришествию Иисуса Христа. Аминь. А мы подошли очень близко. Мы подошли очень близко. Помните, Иисус сказал: «Не пройдет это поколение, как все это будет исполнено». Какое это поколение должно не пройти, как все это исполнится? Что вообще происходит сегодня в мире? Если мы будем смотреть глазами не страха, а библейских пророчеств, тогда мы и успокоимся в Господе, зная, что все это исполнится и исполняется на наших глазах. И сегодня мы поговорим о том, что еще не исполнилось в Писании. А именно, мы поговорим сегодня с вами о Третьей мировой войне, которая на пороге исполнения. Многие боятся сегодня прививок и пандемии, да, но это не самое страшное. Самое страшное ожидает нас впереди. Вот тогда действительно будет не до шуток. И эта война, друзья, война, которая грядет, Третья мировая война, будет трамплином для появления мирового правительства, для появления Антихриста в мире. Согласитесь, без большой войны не может быть большого мира и объединения всех оставшихся в живых наций. Давайте почитаем Библию, друзья. Давайте не будем фантазировать или спекулировать, да. Давайте просто прочитаем Библию, посмотрим, что там написано. Что Библия говорит нам о Третьей мировой войне. Давайте откроем вместе Откровение Иоанна Богослова, 9 глава, с 13 по 15 стих зачитаем. «Шестой ангел вострубил, и я услышал один голос из четырех рогов золотого жертвенника, стоящего перед Богом». Слышал голос, говоривший шестому ангелу, имевшему трубу: «Освободи четырех ангелов», или вестников, или посланников, да, «связанных при великой реке Евфрате». И освобождены были четыре ангела, приготовленные на час и день, и месяц, и год, то есть на определенное время, для того, чтобы что? Подчеркните, друзья, как неприскорбно это звучит. Умертвить или убить третью часть людей. Третью часть людей. Обращайте внимание на некоторые детали, друзья, в этом отрывке. Это шестая труба, 13 стих. Шестая труба, подчеркните. Труба, друзья, это не физическая. Вроде бы как в небе ты услышишь трубу. Нет, это не физическое звучание. Это метафора, которая говорит о великом мировом бедствии или о глобальной мировой катастрофе или о глобальном событии мировом. Запомните, вот что значит такое труба. Мы видим, что все случится однажды, то есть день, месяц и год, да, однажды это произойдет в определенное время, нам не указано когда, но это случится, да.
перед появлением Антихриста и перед пришествием Иисуса Христа. Это случится однажды, где географическое положение даже указано, откуда все начнется или кто непосредственно будет принимать участие в этой войне. Написано «при великой реке Евфрате». Четыре ангела задействованы. Какие страны там сейчас находятся, друзья? Некогда христианские страны стали какими? Исламские. Исповедуют ислам. Когда в 7 веке, мы знаем историю, да, появился ислам, верно? Там исламские страны сегодня. Сколько их там? 4. Какие там страны? Давайте вспоминать. Ирак, Иран, Турция, да, и Сирия. Верно? Я ничего не напутал. Совпадение? Спросите вы. Не думаю. Следовательно, друзья, эта война будет связана непосредственно с исламским миром. Верно? Я думаю, что после этой большой войны ислама не станет как такового. Или оставшийся ислам подчинят мировой системе Антихриста. Это просто мои размышления вслух, друзья. Это одно из возможных вариантов развития события, которое стоит взять на вооружение. Также мы видим численность погибших, друзья. 1/3 населения Земли в ходе этой большой мировой войны, да, погибает. Погибнет больше людей, чем в Первой и Второй мировых войнах вместе взятых. То есть это приблизительно на сегодняшний день 2,5 миллиарда населения планеты. Многие люди погибнут, как военные, так и мирные, и это просто шокирует. Но это Слово Божье, и исполнение его неминуемо. Для сравнения, друзья, давайте вспомним. В Первой мировой войне погибло 8,2 миллиона человек, то есть чуть больше 8 миллионов человек. Неслыханные потери. Никогда раньше таких войн не было, мировых. Использовали газ, использовали тактику выжженной земли, использовали бомбардировщики, там подводные лодки, что там еще использовали. По окончании Первой мировой войны мир кричал в один голос, что больше такого не повторится. Но как они ошибались? Как они ошибались? И никто не мог предотвратить Вторую мировую войну, к сожалению. И 20 лет спустя началась Вторая мировая война. Это просто ужасно и неслыханно. На этот раз погибает, сколько вы думаете? 52 миллиона людей погибло. Только подумайте об этом. Это ужас. 52 миллиона человек. Вы просто можете сравнить с какой-то страной или городом. Сколько, что это вообще такое? Сколько это? Какие это страны могли погибнуть сразу, если сейчас взять и округлить? Во время Второй мировой войны, мы знаем, была придумана атомная бомба. И вскоре она была реализована и проверена, да, на мирном населении Японии. И после этой бомбы, да, Вторая мировая война закончилась, да, потому что Япония выкинула белый флаг и объявила официально о капитуляции. Если вы не знаете историю, почитайте, это очень интересно. И это ужасает. На что способен человек, на какую мерзость и преступление против себя же самого, и как он будет на Божьем суде стоять, это просто страшно. И вот в конце, друзья, Второй мировой войны появилась так называемая Организация Объединенных Наций. Для нас это не секрет. Она была организована, чтобы не допустить и предотвратить невероятные злодеяния против человечества в будущем. Но и это, к сожалению, не поможет. Потому что Библия нам пророчит о Третьей мировой войне, на этот раз последней. Ну, будет еще Армагеддонская битва, но там она будет только такая. Выйдут и всех погубят. То есть там войны как таковой не будет в Армагеддоне. Они только выйдут и Господь придет. А это война, где губят люди друг друга. И это ужас.
погибнет в этой войне, еще раз напомню, 2,5 миллиарда человек. Вы можете себе представить эту численность людей? Это в 40 раз больше, чем во Второй мировой войне. Но помните, что Господь сказал? Не ужасайтесь, потому что что? Это все будет. Конечно, мы не можем знать, когда именно это случится, в какое время, да, конкретно назвать дату. Но это случится согласно библейским пророчествам. И это пророчество еще не исполнилось. Хотим мы этого или нет, верим мы в это или нет, но это случится, все, что написано, исполнится. Это, я согласен с вами, друзья, что это зловещее пророчество. И я не получаю удовольствия, озвучивая его вам. Я просто констатирую факт. Потому что многих из нас, и меня в том числе, может не стать после этой войны. И мы в преддверии этого, именно этого пророчества, потому что оно следующее по шкале библейских пророчеств. Это будет масштабнее и страшнее всего того, что когда-то было на земле. Никогда в истории человечества такого не было и еще и никогда не будет после того. И это несмотря на то, что люди получают больше знаний. По статистике в мире с каждым годом люди получают больше знаний, удваиваются знания, друзья. Но, к сожалению, образование и большие знания, вот люди с такими головами ходят и с такими ушами, это им не поможет. Это не защитит от войны, от большой войны грядущего. Наоборот, люди на земле придумывают машины, бомбы массового поражения, чтобы они умели уничтожать больше людей в этом мире. Абсурд. Просто абсурд. Это самоубийство просто. За что эти люди и поплатятся своей головой и своей вечной жизнью в конце дней? Печально, но это их выбор. Их же никто за руку не тянет, чтобы они это делали. Они сами хотят. Ну, сами себе готовят погибель. И физическую, и духовную вечности. Если мы посмотрим на карту, посмотрите, пожалуйста, изучим внимательно реку Евфрат, то увидим, что река начинает течь с Турции, протекает через Сирию, через Ирак и между границами Ирана и Ирака и втекает в Персидский залив. Четырех ангелов, видите? Скоро они освободятся. Четыре народа, четыре страны, для которых великая река Евфрат является домом. Верно? Также мы знаем, что в Ираке сейчас находятся базы военных сил США. Вялотекущая война там началась еще когда, друзья? В 2003, если я не ошибаюсь, когда США вторглась в Ирак. Верно? По-моему, в 2003. И вот на сегодняшний день там находится американский авианосец, ядерный линкор, подводные лодки, короче, полный патронтаж вооружения в том регионе. Бомбардировщики Би-52. Понимаете, чем это может пахнуть в ближайшем будущем? Из-за того, что убили иранского генерала Сулеймани, помните? Иран угрожает США ответным ударом, местью. А теперь давайте подсчитаем, сколько людей останется на земле, если 1/3 на ней вымрет после Третьей мировой. На сегодняшний день на земле, я посмотрел статистику, 7,8 миллиардов людей проживает на земле. То есть почти мы доходим к 8 миллиардам. Если 2,6 миллиарда погибнет, останется сколько на земле? 5,2 миллиарда, то есть около 5 миллиардов останется. Вот такой приблизительный расчет, если все случится в ближайшее время. То есть к этой войне подключится весь мир. С одной стороны Америка, с другой стороны Россия, да, исламские страны, конечно же,
Китай, Индия, там численность населения большая, и армии у них большие. И многие ядерные державы будут вовлечены в эту страшную войну. Война, скорее всего, будет быстрая и опустошающая с современными технологиями. Что произойдет сразу после этой опустошающей войны? Читаем дальше. Давайте откроем Откровение, 10 глава, 5-6 стих. «И ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и землю, небо и все, что на нем, и землю, и все, что на ней, и море, и все, что в нем, подчеркните, что? Что времени уже не будет». Сразу после этой Третьей мировой войны ангел объявляет, что времени уже не будет. Времени не будет. Можно еще перевести, если заглянуть в оригинальный греческий язык, это слово «времени» переводится еще как «задержки» или «промедление». Что промедления или задержки уже не будет. Все. Что это может означать? Это значит, что как только человечество достигнет этого поворотного момента в истории, да, все, придет конец. То есть это показывает нам что? Что сразу после Третьей мировой войны начнется великая скорбь. Промедления уже не будет. Времени или задержки, или промедления, да, хроноса, хронос это время на греческом, хроноса уже не будет. Все, пошли, часики затикали. И в Откровении, если вы посмотрите в начало 11 главы, мы уже видим, что будет происходить в последние 3,5 года великой скорби. Вы можете там посмотреть, 1260 дней, да? Понимаете взаимосвязь теперь? Изучите еще дома, я вам советую внимательно почитать 9, 10, 11 главы. И все это завершается седьмой последней трубой. Седьмая труба – это последняя труба. Это и есть воскресение мертвых, восхищение церкви и второе физическое пришествие Иисуса Христа. Вы видите это? Откровение 11 глава, 15 стих. «И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: «Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков». Вот еще одно глобальное событие. Седьмая труба, труба – это глобальное событие, которое происходит во всем мире. Воскресение мертвых, восхищение церкви и второе физическое пришествие Иисуса Христа со своими святыми, с церковью своей. Вот это и есть описание начала тысячелетнего правления Иисуса Христа со всеми святыми. Так что седьмая труба – это и есть последняя труба, когда все и свершится. Откровение 9 глава, 10 глава, 11 глава – это в данном случае последовательность событий, друзья. Вы видите их? И пророк Даниил пророчествует нам ясно об этих же самых днях. Если вы откроете вместе со мной параллельно пророка Даниила, 12 глава, открывайте, 1-2 стих. «И восстанет в то время, во время великой скорби, Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего, и наступит время тяжкое», подчеркните, «наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как люди существуют до этого времени, но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге. И многие спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие для вечное поругание и посрамление. Одни пойдут в рай, будут царствовать со Христом, другие пойдут в ад, а потом будет суд и озеро огненное, будет разграничение овец от козлов». Да? Друзья, смотрите. Помните, Иисус говорил, наступит время тяжкое, он тоже цитировал пророка Даниила. Говорит, такая будет великая скорбь, какой не было от начала мира и до ныне не будет. И тут же пророк Даниил говорит то же самое, что будет время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди на земле. Это описание великой скорби, друзья, которая будет на земле 3,5 года после Третьей мировой войны. Михаил Архангел, друзья, представляет здесь еврейский народ,
Пророк Даниил описывает нам, что будет происходить в конце дней во время великой скорби, верно? Но перед всем этим случится, как я вам и сказал, Третья мировая война. Когда именно начнется эта война, то, что эта война начнется перед скорбью, это точно. Но когда именно она начнется, нам пока неизвестно. Но то, что она будет, это точно. Можете не сомневаться. Начнется ли она за 2 года, или за 3 года, или за 5 лет перед скорбью, нам неизвестно, и Библия нам не говорит, поэтому мы не будем фантазировать и спекулировать. Но мы можем, друзья, видеть определенный порядок вещей или последовательность пророческих событий на шкале времени. Третья мировая война может начаться или перед подписанием мирного соглашения между палестинцами и израильтянами, или сразу после. Нам пока это неизвестно. Потому что мы же уже знаем, что подписание мирного соглашения, как только осуществится, это включит последнюю седьмину пророка Даниила. Последняя седьмина пророка Даниила заработает. Можете для сравнения заглянуть еще раз в пророк Даниил, 9 глава, 27 стих. И останется 7 лет, 7 буквальных лет до Армагеддона и до пришествия Иисуса Христа. И мы уже много об этом говорили, вы уже многие об этом знаете и слышали. Но что нам известно точно? Что после Третьей мировой войны внезапно и очень быстро возникнет последнее мировое правительство во главе с Антихристом и лжепророком. Это правительство будет существовать из 10 стран, это будет 4 основных страны, потом там будет 10 правителей, мы это много когда-то говорили, и оно будет править во главе с Антихристом 3,5 года, или 42 месяца, или времени времен и полвремени, или 1260 дней, мы тоже об этом много говорили. Что будет делать это мировое правительство во главе с Антихристом? Будет преследовать любое инакомыслие ради мира и безопасности всего мира, чтобы не повторить Четвертую мировую войну. То есть мир настолько будет сплочен и будет за мир и безопасность, они будут так бояться продолжения войны, что будут согласны на все. И на начертание зверя, и на поклонение Антихристу, поверьте мне. Им будет уже все равно, только чтобы не было больше таких войн. Хоть чертом лысым готовы заключить договор, как один политик когда-то сказал. А это значит, что христиане и евреи будут вне закона, если не примут богословие и теологию Антихриста. Вспомните, что было с теми, кто не принимал и не приветствовал Гитлера во время и накануне Второй мировой войны. Вспомните и почитайте историю, открытые источники, друзья. Посмотрите фотографии. У вас последние волосы на спине зашевелятся. Это серьезные вещи. Вот приблизительно то же, только более жестче. И в глобальном смысле этого слова, не только в Германии, будет делать Антихрист. Благодаря современным мировым технологиям. Друзья, на сегодня все. Извините, если я, может, расстроил кого этой вестью, но это правда. Я вам решил ее озвучить, чтобы вы знали, к чему нам готовиться в ближайшее время. Что нужно запасаться маслом, запасаться терпением. Терпение нужно нам, чтобы исполнить и совершить спасение наше, да? И верить в Иисуса Христа. Помните, Писание говорит, что Иисус есть путь и истина и жизнь. Любой другой путь приведет тебя к смерти, ко лжи и к неправильному пути. Аминь. Пываем на Господа и ждем Его возвращения с небес. Гряди, Господи, гряди.